Благословен Господь, Бог наш, Царь Вселенной, спасший нас по благодати Своей, возлюбивший мир, Бог, Отец наш, возлюбивший нас, возлюбивший весь этот мир и отдавший Сына Своего за нас. Сегодня суббота, предханукальная суббота. Вот солнце уже садится. Я зажигаю ханукальные такие, предханукальные шабатные свечи. И молюсь такой простой молитвой. На русском она звучит так, языке. Благословен Бог наш, давший нам этот шаббат прекрасный и повелевший нам зажигать свечи шаббата. И просветивший нас, еще как мессианский верующий говорю, просветивший нас светом заповедей своих, светом Иешуа Машиаха, Иешуа Мессии. Потому что Иисус Христос есть свет, просвещающий всякого человека, приходящего в этот мир. Я хочу еще зажечь здесь еще свечи. Да. Вот так вот зажгу еще отсюда. О, поярче будет. Да. Благословен Господь, Бог наш, Царь Вселенной. Шаббат шалом, друзья! Шаббат шалом, мир всем, Господний святой мир, благословение Господне всех вам. Споем вместе, да, друзья? Кто сейчас в эфире подключился, подпевайте со мной вместе. Субботний мир, Господний мир, субботний мир, шаббат, шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом. Аллилуйя! Шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом, шаббат, шаббат. Шаббат, шаббат, шалом, шаббат, шалом, шаббат, шалом, шаббат, 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 шалом. Шаббат, шалом, шаббат, шалом, шаббат, 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 шалом. Шаббат, шалом. Да, друзья. Шаббат шалом всем, мир Господний. Я буду подключаться, выходить в прямой эфир на своем канале YouTube уже вскоре, в 17.00, получается, по киевскому времени, в 18 по московскому времени, уже скоро. Подключайтесь, мой канал Бишоп Журавлев, обозначенный на Фейсбуке здесь. Это мое включение сейчас такое. Да, приветствую, да, всех святых. Значит, это подключение такое предварительное. Я как раз проверяю качество связи, интернета, скорость. Вроде все позволяет. Ничего не зависает же ни у кого, да? Меня слышно хорошо, надеюсь. Шаббат шалом. Кто там подключился уже из братьев? Значит, и на Ютубе, на мой канал, сейчас заходите в 17.00 по киевскому времени, 18 по московскому. И вместе продолжим праздновать Господний день. Слава Богу! И сегодня особенный шаббат, сегодня особенная суббота. Она, как я сказал уже в начале самом, она предханукальная. Потому что действительно, вот уже, как говорится, на носу Ханука. Ханука, Ханука. Вообще это праздник обновления, написано в Библии. Праздник новоселья, праздник обновления храма Божьего. Именно вот в этом послании Хануки. Сегодня также, кстати, друзья, пишите ваши сообщения, значит, на странице или на e-mail лучше даже, наверное, ваши вопросы о Хануке. Вообще о празднике обновления. Я думаю, что как раз вот этот эфир я посвящу как раз именно Хануке, предстоящему празднику нам. Значит, и этот шаббат, уже начавшийся шаббат, начавшаяся суббота, как написано в Библии, да, кто не в теме, и был вечер, и было утро,
значит, день следующий, допустим, такой-то. И вот наступил день, уже седьмой день. Слава Богу! Слава Богу! Благословляю всех вас, дорогие друзья! Вот вопрос о рясах я вижу здесь. Брат, слава Богу! Я думаю, у Иисуса была классная ряса, конечно. Слава Богу! Но дело не в рясах, а дело что под ряса. Я думаю, что у многих фарисеев, саддукеев рясы были гораздо лучше, чем у Иисуса. Мне так кажется. Дороже намного. Но Иисус не страдал комплексом от этого, что у кого-то ряса была лучше, чем у него. Я думаю, что ряса Иисуса – это праведность, это мир, любовь. И поэтому Ханука как раз, собственно, об этом и говорит. Тот, кто в вас, больше того, кто в этом мире. И Иисус Христос, и Иешуа Машиах, он действительно жил этой верой, что тот, кто в нем, он гораздо больше того, кто в мире. Он просто несравнимо больше того, кто в мире. И об этом послание Хануки, этого праздника обновления. И не зря ведь именно на праздник Ханука сам Иешуа Машиах, Иисус Христос, он и провозгласил: «Я и Отец», он сказал, «одно». «Я и Отец одно». Вот это послание Хануки. И вот эта Ханука, наступающая Ханука 5778 года от сотворения мира, как вот мы в библейском летоисчислении говорим, исчисляя, 5778 год во всю идет уже. Так вот, дамы и господа, братья и сестры, вот послание этого празднества Ханука будет действительно: «Я и Отец одно». «Я и Отец одно». Давайте скажем вместе, верующие, повторите вместе: «Я и Отец одно». А еще скажем: «Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой принадлежит мне». Аминь. «Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой принадлежит мне». На иврите это звучит очень трогательно и нежно. «Ани ледоди ведоди ли». Пусть Господь Бог благословит всех вас, дорогие друзья. Так что до скорой уже встречи, дамы и господа, братья и сестры. Подключайтесь, пожалуйста, подключайтесь в 17:00 по киевскому времени, в 18 часов, это будет уже 6 часов вечера по московскому времени. Подключайтесь, дамы и господа, буду вас ждать. И ваши вопросы также пишите. Пусть Бог благословит всех вас во имя Христа Иисуса. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Ну и в завершение споем вместе еще раз, да? Давайте, подпевайте. Шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом. О, Давину хай, наш Отец Бог живой. О, Давину, о, Давину, о, Давину хай. Ава, Авину хай. О, Давину хай. Ава, Авину хай. Аллилуйя. Ава, Авину хай. О, Давину хай. Ам Исраиль, ам Исраиль, ам Исраиль 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 хай. О, Давину хай, наш Отец Небесный Бог, Папа живой. И потому народ Израиля, наш народ живой. Аминь. Поем вместе. Ам Исраиль, ам Исраиль, ам Исраиль хай. От Авину хай, от Авину хай. От Авину, от Авину, от Авину хай. Ам Исраиль, ам Исраиль, ам Исраиль хай. Ам Исраиль, ам Исраиль, ам Исраиль хай.
Ам-Исраиль, 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 хай! Ам-Исраиль, 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 хай! О-Давину-хай! 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 Хай! Эйвену шалом алейхем! Эйвену шалом алейхем! Эйвену шалом алейхем! Эйвену шалом, шалом, шалом алейхем! Шалом, шалом, Иерусалим! Благословляем столицу Израиля, столицу еврейского государства, Лехаим, столицу Израиля, Иерусалим, город Иерусалим. Шалом, шалом, Иерусалим! Шалом, шалом, Иерусалим! Шалом, шалом, Иерусалим! Шалом, шалом, Иерусалим! Шалом, 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 Иерусалим! Шаббат шалом, шаббат шалом! Шаббат, 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 шаббат шалом! Шаббат шалом! Шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом. Аллилуйя! Да, дорогие друзья, кидуш я чуть позже подниму вместе с вами на ютубе в прямом эфире, подключайтесь. Я взял две халы сегодня, такие синагогальные, красивые, очень вкусные, запах потрясающий от них. Плод виноградной лозы, ну что еще для еврея надо? В субботний день радости, просто радости и радости. Сегодня действительно великая радость. Этот предханукальный шаббат, он еще и освящен действительно великим деянием Господним. Иерусалим таки на самом деле столица Израиля, столица еврейского государства. И это действительно сегодня весь мир так или иначе услышал и узнал и уразумел. Слава Богу, дамы и господа, братья и сестры, благословляю всех вас. Ну и для тех, кто будет записи смотреть, это перед моим прямым эфиром на моем канале Бишоп Журавлев, прямое включение на Facebook, на моей основной, на моей первой странице. Пусть Бог благословит всех вас. Шаббат шалом, дорогие друзья, братья и сестры, дамы и господа, леди и джентльмены. Так что подключайтесь вскоре на прямой эфир на моем канале. Шалом всем! Шаббат шалом, шаббат.